Севастополь совсем скоро празднует свой 240-й день рождения. Он такой уютный, такой разный. И здесь много различных мест отдыха, любимых среди наших горожан. Кто-то любит гулять на Приморском бульваре, кто-то любит ветреный Фиолент, а кто-то античный Херсонес. Давайте узнаем у севастопольцев, где они любят проводить время. Пойдемте на улицы города. У вас есть любимое место в нашем городе? Где любите бывать? Я люблю бывать Владимирский собор, вот там, где усыпальница адмиралов. Что там вы чувствуете? Почему там именно любимое место? Потому что там, во-первых, сама аура, атмосфера этого храма, она очень настраивает на какой-то позитив, на какое-то вот умиротворение, будем так говорить даже. Есть ли у вас любимые места в городе? Да, ну, например, Сапунгора, там можно прогуляться по лесу, ну, посмотреть какие-то локации исторические, ну, и это очень интересно. Возможно, парк Учкуевка на северной стороне. Там красиво, насколько мне известно, в него вложили 800 тысяч рублей. Там пляж, различные магазины, ларьки, кафе и так далее. Есть ли у вас любимые места в городе? Вот этот парк. Дело в том, что сейчас то работали, а сейчас мы не работаем уже. Поэтому идешь туда, где мне врач сказал, профессор, вон к морю. 30 минут хотя бы подыши. Скажите, есть ли у вас любимое место в нашем городе? Да. Расскажите о нем поподробнее. Что с ним связано, может быть? Я-то просто там люблю гулять. А где? Где это место? Матросский бульвар мне очень нравится. И здесь очень хорошо. Очень приятно. Специально приезжаю прогуляться к морю. А приезжаете откуда? С какого района? Со Стряков. А там негде погулять у вас? Нет любимых мест? Нет, почему же? Там есть, но там как-то не так приятно. Парк Ахматовый, наверное, да? Херсонес, парк Ахматовый, песочный пляж. Вот. Ну, наверное, все. Это не одно, это уже много. Ну, я знаю. Не знаю. А у вас? У меня это Малахов курган, потому что с ним связаны детские воспоминания, что у меня мама еще с коляской меня там выгуливала. Ну и, во-вторых, потому что это такое очень значимое место для города. И в первую оборону, и во вторую оборону. Плюс красиво, много памятников, исторически значимое место. Приморский бульвар, Матросский. Что тут любите, прогуливаться, просто отдыхать? Да, вид на море, старые хорошие посадки. Любимое место, естественно, Приморский бульвар. И покупаться здесь можно, хотя не разрешает. Мы этого не наглеем, не купаемся. Но пройтись над морем, посидеть, тем более ракушка рядом, концерт смотреть – это удовольствие, что надо для нашего возраста. Вот мы приходим с подружками, гуляем, отдыхаем. Вот любимое место. Куда ты, бабушка? Как куда? На Приморский.